читать. Не буду. Добрый день, дорогие друзья. У меня небольшая реплика. Когда меня спрашивают, как дела? Мне как-то немножко скучно становится. Потому что я не могу человеку рассказать, как у меня дела, мимоходом. Да и стоит ли рассказывать человеку, как у меня дела? Человек просто спрашивает праздно, какая ему разница, в принципе, как у меня дела. Ну, согласитесь, у вас тоже спрашивают, как дела, как дела. Ну, в шутку мы раньше там отвечали, пока не родила, там, и так далее. Там. Ну, в шутку. Ой, подустала немножко, но все равно сейчас львиная доля работы за Наташей. Она занимается джазовыми стандартами. Я уже практически свою основную работу завершила. Остался только госэкзамен в понедельник. И что-то меня это шатает, болтает. Это в ответ на то, как дела у вас, Наталья. Наталья, как дела, как живете? Представляете, сколько нужно рассказать? Ой. Вчера? Нет, позавчера затопила ванну, вчера затопила кухню. Жизнь прекрасна, потому что я вовремя зашла в ванну, а позапозавчера отключилась морозилка, потому что я вдруг захотела очень сильно мороженого. Понимаете, вот захотела. И времени было уже, извините, ой-ой-ой. Ну, перед сном практически. Нет, ведь я пошла. Вытащила мороженое, морозилка отключена. То есть, если бы я не пошла за этим мороженым, до утра бы все разморозилось, что-то бы вообще пришло в негодность, надо было бы выбрасывать. Ну, что-то можно было бы повторно заморозить там. И слава богу, мороженое съела, все хорошо, ванну вытерли с кухней. Опять нужно менять сифон. Ну, что делать? Вот так у нас сейчас делают. Недавно менял сын. Спасибо ему. Он еще не знает, что он опять свалился, развалился. Теперь опять с ведерочком живем. Хорошо живем. Все нормально. Я, собственно говоря, чего присела-то? Ой. Я сейчас пойду спать лягу. Посмотрю, пойду. Задают вопросы не только как дела, но задают вопросы постоянно. А в каком возрасте и можно ли обучаться пению?